Всем привет, и сегодня я распаковываю еще один лего набор, который был заказан на новогодние праздники. На этот раз это Сокол Тысячелетия Звездных Войн. Здесь около 1300 деталей. Пришла увесистая посылка, почти 2 килограмма. Как правило, такие наборы приходят в неоригинальной упаковке и даже без картонной упаковки. Естественно, это не оригинальный лего, а его заменитель. Даже надпись изменена со Star Wars на Star Wars. Если сравнивать с предыдущим набором, который я распаковывал, это был шаттл Креника. Там вот эта книжка с инструкцией была в 2 раза толще, несмотря на то, что деталей было меньше. В этом наборе объем инструкции несколько уменьшен, то ли из-за каких-то размеров шрифтов, то ли из-за подробностей. Сами страницы выглядят тоже потоньше, такая глянцевая бумага подешевле, но тем не менее проблем в сборке не было в принципе никаких, что касается инструкции. Еще я обратил внимание, что в этом наборе здесь пакетики начали нумеровать. Но на самом деле здесь очень много одинаковых номеров и никакой информативности и практичности они не несут. И все детали, в принципе, как и раньше, они сгруппированы по определенному виду и по определенной логике. Чаще всего приходится вскрывать несколько пакетов и просто искать детальки среди всех пакетов. Как обычно, есть несколько пакетиков с человечками. Конкретно в этот набор включен Хан Соло, Чубакка, Рей, Финн, BB-8 и 2 каких-то еще бандита, которые нападают на корабль. Вот здесь среди множества пакетов также лежит листик с наклейками. Он, к сожалению, немножечко покорежился, помялся. На нем остались какие-то следы царапинок. Но на самом деле это не критично. И все наклейки прекрасно наклеились и выглядят вполне себе достойно. Самым большим минусом конкретно в этом наборе оказалось то, что комплектация была соблюдена не очень точно, и в самом конце мне не хватило там что-то около 5-10 деталек, которые были нужны, но были какие-то похожие детальки, которые в принципе помогли закончить конструкцию. И это не сильно повлияло на конечную сборку, но тем не менее момент не очень приятный. Но несмотря на это, конечный результат, конечно, просто не может не радовать. Очень функциональный получился корабль, куча всяких примочек, все очень красиво и просто заглядение. Поэтому я вам дальше предлагаю просто посмотреть, что в этом корабле есть. Спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на канал и ждите следующих видео. Thank you.